Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать была совсем уж собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша! Но что за шейка, что за глазки? Рассказывай так право сказки. Какие перышки, какой носок!